Так, ребятюни, всем привет. Значит, сегодня показываю один рецепт интересный. Сейчас покажу, что это, расскажу, как поймать в прибрежной зоне, вот такой, как я сейчас нахожусь, камыши, сазан, карп, лещ, ну, в общем, и карась. Значит, смотрите, нам понадобится всего два компонента. Это хлеб и это обжаренный кабачок. Поняли, да? Обычный кабачок. Вот это мы все сейчас, хлебушек размочили, замешали вместе с кабачком. Ну что, берем, вот так, берем хлебушек, замочили, даем минутку напитаться. И это все вымешиваем вместе с вот этим жареным кабачком. Видно, он такой уже мягенький, классненький. То есть это все, друзья, вымешиваем. Вот такая получается у нас секретная кашка. Так что запоминайте, рецепт очень сложный, шутка, очень простой. Всего лишь нам нужен кабачок и хлеб. Вы поняли, да? Все хорошо, переминаем. А, по аромату жареный кабачок, это вообще шикарно. Все. Теперь, что касаемо насадки, берем нашу пробочку. На одной у нас пенопласт, на другую мы одеваем, друзья, как я уже говорил, одеваем семечку. Вот так, вы поняли, да? Семечка, вот она. Семечка от кабачка. Теперь берем нашу чудо-прикормку и забиваем нашу пробочку. Так, вставляем один крючок и вставляем. Все, можно смело отправлять на рыбу. А какая рыба, будем смотреть. Так что сейчас мы это все сделаем вот сюда прямо. Друзья, прямо под камышек. Далеко бросать не нужно. Вот так. Все. Наша пробочка упала на дно. Кашка сейчас начнет работать.